Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я хочу показать вам помидоры черри в конце лета. Вот такой вот кустик. Рядом еще один. И вот в конце лета только эти кусты остались у нас из помидор. Начал плодоносить этот куст где-то в начале июля. И вот так вот продолжает. Посмотрите, какие помидорки. Сколько их много. Сколько мы уже сняли с него. Много зеленых. И вот что самое интересное. Он не подвержен никаким болезням. Видите, листочки все зеленые. Вот такие вот плоды. Очень вкусные. Много мы заготовочек уже сделали. Помидорков. Вот такой вот сорт черри. Вот покажу я вам его со всех сторон. Посмотрите. Впечатляет, да? Вот такие вот помидоры надо сажать. Как я говорю, в начале июля он начал плодоносить. И вот уже третья декада августа. Он вот такой. Радует. И вот так вот они постепенно поспевают. Одни уже красные, желтые, а рядышком уже вот и зеленые. Побольше надо сажать, конечно, таких помидор. Считай, все лето. Вот другой куст. Здесь вот они маленько цветом другие, потемнее. Я их называю шоколадные. Но они очень-очень вкусные. Очень вкусные. И вот такие вот. Спасибо, друзья мои, что посмотрели это видео про наши помидоры, помидорки черри. Вот такие они у нас, черри на Урале. Ну, всем пока, всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока. Берегите себя и своих близких. Пока.